2010 году на всех платформах выходит Гарик Потный и Дары Смерти. Часть первая. Это Grand Review и Летний Вайб. Это практически марафон уже по Гарику. Все части пройдены, вот осталось совсем чуть-чуть. Вот это первая и вторая часть. И давайте заценим эту часть. Как она играется на этот раз. Ну, естественно, все по фильму, поэтому ничего удивительного, но с каждым разом все графика лучше и лучше и лучше. На русском языке все, отлично. Пока для меня база трилогия, правда. Но по графике, конечно, тут вопросов нету, все четко. Завершается по чуть-чуть история Потного Гарика, но тем не менее, мы ждем сериал. Вот она, лысая башка. Ты кусочек пирожка. Лысый. Змеюка, помните? Ой, ну не топорная хоть графика, смотри. Для 2010-го, а? Хорошо делали. С душой. Ох, летний напиток, как хорош. Гарри Поттер. Сегодня я убью Гарри Поттера. Хера тебе. На мопеде. О, мы что, уже играем? А что делать? Что, в смысле? Перейдите музыку. Да держусь, я держусь, не везде. Я говорить. Ё! Ах ты тварь! Сейчас вы все мантюльей получите. Так, без глины. Остолбеней, сучка. Ушел. Да ёпта тут. Что ж твари приставучие, а? Гандон. Вижу, вижу, не бзди. Так. Чё? Что ж ты такая неугомонная тварь? Ушёл, хорошо. А долго нам на мотоцикле летать? Под какими наркотиками нужно было придумать такое? То машины летают, то мотоциклы. Это же ужас, ужас. Ну это же как бы волшебно все. Берегись, Харя. А как тебе такое? О, теперь мы на трассе. Ну и где сзади? Ты чё мне пиз... Ишь. Где сзади? В облаках, что ли? Столбеней. А, вот они уже. Ну, ты говоришь, сзади. Наоборот, спереди были. Блин, динамика. Остолбьебей. Что такое? Не, ну начало классное, да? Динамичное. Остолбеней.
Интересно, какая скорость у них, да? Соточка есть, как думаешь? А, нет, какой там? Там двадцатка от силы. Ну ладно, тридцатка. Фу, я убил. Никогда не сдавайся в этой жизни. Это должно быть истина прописная. Твой какая. Хагрид, ёптель. А чё с ним? Рубанули? Опять. Спустите меня на землю. Так же было хорошо. Остолби бей. Не говори, заколебали, все сколько можно. Это безумие, это смотри, это безумцы, это психи. Сколько их тут? Какой извращенец придумал эту миссию? Так. Да хватит уже, блин. Гарик. О, морда. Волан-де-Морт. Сейчас я ему наваляю пиздюлей. Иди сюда. А где Волан-де-Морка? Где ваш предводитель? Вот она, лысая тварь. Ну-ка. Сейчас я ему наваляю. Мочи эту тварь. Так. Ушел. Где лысая тварь? Есть! Я его убил! Ну же! Что вы сделали с Хагридом? Все, докатались. Ну неужели? Этот все за папку держится. Ёпта. Ты посмотри, какая графа. Как она поменялась. Вот это я понимаю. Дайте мне Гермилюху прямо сейчас. Две. Все при ней, посмотри. Она лучше... В игре, чем в жизни. Напрасно я здесь. Теперь все в опасности. Отдохни, пока не поправишься. Вообще? Не, по графике прямо молодцы. Прям хорошо, молодцы. Меня это радует. Мы давно знаем, а ты был без сознания. Не топорно, все четко. Как он может пойти на свадьбу больным? Не спеши, Гарри. И перевод хороший, между прочим. Очень даже. Он прав. Если я такой слабый, как я буду искать остальные при страже? Там вот он мертв. Мы должны завершить его дело. Уничтожить Волан-де-Морта. Да, деда завалили. Я тут подумал, Волан-де... Сам знаешь кто, поместил душу в 6 крестражей. И 2 уничтожили. Так? Знает ли он, что отчасти мертв? Мне все равно. Мы должны найти еще 4 и уничтожить их. Не, ну добротно, посмотри. Давайте потом поговорим. Ну хорошо же. Не надо портить людям праздник. Уже взрослые, посмотри. Взрослые прям такие. Так.
Что посмотреть сопит? Ключи не используйте, клавиши перемещения. Но что это было за крепота сейчас? Ты видел, как она ходила? Она так может. Да ты за харе своего папаню. Сынок папе. Он все лето поддерживал Гарри, пока пророки закрывали глаза на папу. К тому же это, наверное, последний шанс пообщаться с Полуни. Так странно, да? Все вернутся в Хогвартс, а мы нет. Так, вы можете на голову нажать F, чтобы имени заклинания. F в любой момент. Эй, Гермиона! Нам нужна лампа. Гермиона! Эй, Гермиона, хочу. Пойдем с тобой в кровать. Так, ладно. А что нам нужно? Поговорить с этим? Здравствуйте, мистер Ламбер. Надеюсь, что вы, мистер Поттер, знаете, что я всегда был на стороне Дамблдора и его жизни. А теперь на вас никто уже верит. Спасибо. Полуна с вами? Гуляет по вашему чудесному саду. Что с ее анимацией, эти, ног или тело, я не знаю, посмотри, ее корячит. Стоим, смотри на нее, как на кусок, на кусок говна. Да, я понял. Ром, не знаешь, где твой папа? Поищи заклинание. Ром, не знаешь, где твой папа? Поищи заклинание. Поищи заклинание. Эй, Гермион! Идем к Уизли. Ром, не знаешь, где твой папа? Да все, успокойся. Эй, Гермион! Идем к Уизли. Пошли к Уизли! А, вон нам этот заклинание показывает. Как бежать? Почему не бежит? Я хочу бежать. Возможно, там не струйся. И где мы собираемся искать перестражи? Так, ребятки, давайте на геймпаде. Дамблдор смог отыскать два. Уничтожил кольцо, нашел меня. На геймпаде тоже хорошо. Это фальшивка, верно? Это копия настоящая. А где-то есть настоящий. Второй перестраж. Так. О, мы побежали, да неужели? Я не верю. Мы все с палочками такие довольные. Куда идти? Засранца со мной? Догоняй, сучка! Догоняй, Гермионка! Смотри, атмосфера какая, да? Классно прям. Замутили. А где конфеты? Что? Все? Пропало желание жрать конфеты? Мистер Уизли, вы нас не искали? Да, искал. Если б я не подошел бы, да не искал бы. Пипец, сынок, да? А тебе, Гарри, достался снич, оставшийся с первой игры. Тебе оставлен и меч Годрика Гриффиндора. Но министерство уверяет, что меч не Дамблдора, а школы. Впрочем, так. Поскольку он все равно куда-то пропал. Заинтриговал папаня. Сказал, рыжего. Боюсь, что нет. Ладно, почему бы не отнести эти вещи и не вернуться к нам? Мы празднуем свадьбу, верно? Чью? Нет, это кусок говна полетел. Ой-ой-ой, смотри, что творит. Что происходит? Это ЧП, ребята. Нифига себе. Можно просто... Так, ага, можно укрываться. Я понял. Пиздюки прилетели. Все, лады. Да фуй тебе!
Остолбенее, я тебе сказал. О. Вот сокрани стали мощнее. Так круто. Так где еще? А че вы этот? Без палочек, я не понял. Че я должен вас спасать? Смотри, какая тема. Не надо вот этой вот дрочки с этой, как в частях прошлых, предыдущих. С дрочки с мышкой, вот это вот. Вот, просто как в первой, второй, третьей части. Просто навел и стреляешь. Это же чудо. Неужели разработчики вернули то состояние? Не, ну тут прям классно, классно. Спецэффекты и все. Не, вот эта часть. Да, я признаю, хороша. Мне нравится. Уже начало. Надо помешать. Дай, давай скорей. А куда? Я ж не против, как бы, ну. Где остальные? Надо выбраться отсюда. Ну пошли, чё? Ух ты, прикольно. Показывай дорогу. О, все. На F. Где эти издюки? Так, я же нажму не повел. Защитничок. Ты чё? Так. Хорош. Так. Надо помешать. Надо выбраться отсюда. Где остальные? Дай, давай скорей. Давай, веди, веди. Мы тут потеряемся. Так, побежденные никогда... А, иногда роняют полезные вещи. Конфеты, что ли? А, укрепляющий раствор. Ну, что еще? Так. Так. Так, воспользуйся здесь колесо мыши для выбора заклинания. Ух ты. Вау. Ну пока у нас два. Стой, подожди. Убей эту сволочь. Харе пиздеть, мы уже выбираемся туда. Вот это классная тема. Хотя я столбенее тут уже ничего. Короче, напали на деревню. Чё? Так внезапно? Ой, тебе хорошо идет, но если ты оденешь щелки и наряд шлюхи, то почему бы и нет? Так, мы в Лондоне. Легко. Он может быть. А где рыжие мудаки-то? Один есть рыжий. Я взяла мантию невидимку, Гарри. Ты решила пригодиться? Умница, сосочка. Умница. Там был почти весь орден. Они справятся. Думаешь, здесь могут быть пожиратели смерти? Все возможно. Так, хавка. Так, С, мантию одеть. Мантию. Так. Точки. Я просто хочу со всем этим покончить и вернуться к прежней жизни. Так давай, что ты... Уже пора? Вчера мы тебе. Так.
неподвижно. Так, а куда хоть мне? Так, смотри, с кем-нибудь пока, наверное. Куда мне, в какую сторону? А, вон тут. Вали по магазинам, чё. Горовая морда. Он не пожирать. Вас обнаружит пытать еще раз. Задание провалено. Ёпта! Все наши. Там был почти весь орден. Они справятся. Думаешь? Тихо. Я просто хочу со всем этим покончить. Вернуться к прежней жизни. Правда, так думаешь? Так, сначала мы движемся вот сюда. Ты видела? Может, завтра заглянешь? Посмотрим. Да го! А, нельзя их, нельзя рядом с ними быть. Надо обходными путями. И не надо, и нельзя, чтобы шкала падала. Треугольничка нашего. Она будет не то, что ясно, она будет шикарно. Так, хорош. Иди. Газете предлагается билет в кино. Всего за бунт получает и новости, и удовольствие. Он не пожиратель. Он не позылатель? Так, воды. Ты правда так думаешь? Я как-то спокойнее говорю. Тихо, нас сейчас засекут, ну его нафиг. Нам в ту степь. Что, уже пора? Подожди, тихо. За угол. Угу. А, прошу прощения. В другой раз пакуй свою одежду сам. Я не знал, что бежать придется. Не дается мне прорицание. При чем тут прорицание? Это здравый смысл. Нам нужен план дальнейших действий. Продавец газеты на магу. Ну да. Главное осторожность. Смотри, там стоит женщина. Ее проверь. Так. Покажите, смотрите, проверьте на явление. Ага. Ну что, ребята, это завершающий потный Гарри. Да. С вас лайки, подписки на канал, играет в Яндекс.Зен, помощь, которой будем очень признательны. Ну уже надо допроходить, конечно же, тем более такие игрушки пошли с графоном. Ты посмотри, с нормальным управлением. Ну четко же все. Четко. Играть обязательно, ну а с вас все как обычно, лайки, подписки, монетки и хорошего лета. Welcome back!